Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на виставці HKTDC у Гонконгу Electronics Fair. Ну що, погнали зі мною подивимось. $3000, короче, стоит, этот $15000 стоит. Вот, ничего себе. А мы приехали на эту выставку. Выселяемся на следующее приключение. Погнали. Хаят Ванчай. Ванчай. Ванчай Хаят. Ванчай Хаят. Хаят. Интересно, а наши чемоданы не повыпадают с такой системой? Закрой. Окей, ла. Ребят, не только я должен переживать. Здесь те подарки, которые я разыгрываю в выписках, поэтому вы тоже попереживайте за этот чемоданчик. Да, соскучился реально я за этими таксистами. You have nice car. I like in Hong Kong taxi. Сразу заметно, что какие-то китайцы не такие там были голодные, как на Global Sources. То есть нас там мало кто выдергивал, но с другой стороны и в количестве дела. Потому что на Global Sources было сильно больше людей и сильно больше стендов. Хотя на HKTDC тоже достаточно забито, просто HKTDC сама по себе выставка, там она чуть меньше. В целом, чем меня зацепило HKTDC, тем, что было много робототехники в одном месте. Прикольно, роботы. Да. Это те, которые американские, типа, это уже китайские сделали? Прикольно. Якотина, приблизно $3000. $3000? Так, це приблизно не остаточна ціна. Не дешево. Так, не дешево. Ви можете керувати ним через інтернет, лідар зверху дозволяє орієнтуватися в просторі. Також є камера, і ви можете контролювати все в не дуже сприятливих та безпечних умовах. Чисто для Ютубу, я розумію, а для чого він ще потрібен? Здебільшого для промислових компаній, задля безпеки. В місцях, де є радіація та подібних місць, для нього це нормальні умови. Також за низьких температур або високих. Використання цього пристрою буде набагато дешевшим варіантом, ніж залучення живої людини в таких умовах. Просто вигідне рішення для будівельних компаній. Скільки це коштує? Ціна на цю модель стартує від $2999. Є версія для звичайного користувача, спрощений і дешевий варіант, та дуже дорогий варіант для промислового використання. Ця модель має широку кастомізацію, і її вартість стартує від $15000. Це не просто іграшка, це прилад для підводної розвідки. Ви можете зануритись на 100 метрів. Має вбудовану 4К-камеру та потужні ліхтарі на 16 тисяч люмен. $3000, короче, стоїть. Этот $15000 стоїть. Этот на 300 метрів може плавати, а этот на 100 метрів може плавати маленький. Ось багато додаткових модулів, наприклад, роботизована рука, підводний GPS та аналізатор рідин. Це зараз можна купити? Звісно, він в продажу. Дайте свій WeChat. Роботи, которые плавают, роботи, которые летают, роботи, которые ездят по земле. Много разных. И разного качества, и разные цены. На некоторые роботы, честно говоря, цены вообще там заоблачные. Ну, они там типа говорят, ну, мы пока еще цену не сложили, но вот этот робот стоит там типа $100000. Кому он нужен за $100000? Ну, никто его покупать не будет. Китайцы говорят, что мы за границу не продаем, мы просто показываем, продаем внутри Китая, потому что мы еще не можем поддерживать саппорт за границей. Я думаю, что они собирают фидбэк. Насколько людям интересно и насколько люди там готовы платить. Да, если там они поставили этих роботов и к ним за день 1000 человек и 500 человек, там минимум или 600 человек что-то спросили, там типа какая цена, вот моя визитка, там давайте обменяемся, ну то есть активны. И соответственно они понимают, что о, это интересно, значит прощупывается цена сразу же, почему они продают и как бы сам товар интересен. Понятно, выпускаешь иногда товар, тебе кажется, вау, это супер, выставляешь на выставке, а он нужен только тебе, он больше никому реально не нужен. Поэтому китайцы вот это тестят. Ребят, смотрите, какой прикольный товар.
Офигеть, смотри, как классно. Різні свічки, різні кольори? Клас. Також ви можете обрати синій з червоним вогнем, як ці. Яка ціна? 70 центів. 70 центів, а ці? 90 центів. Ребят, 70 центов, 90 центов стоят вот такие вот комплекты свечек, и они, короче, светятся разными цветами. Вот если свечка зеленая, то красивый зеленый свет. Если свечка красная, то красный свет. Короче, реально прикольно светятся. Я покупал свечки буквально недавно на день рождения ребенку. Это около доллара, если не ошибаюсь, или полтора. Но если бы я знал, что есть свечки вот такие, которые уникально светятся, наверное, я готов был бы заплатить на порядок больше. Я думаю, что процентов 200-300 точно можно делать, а некоторые товарищи, я думаю, 1000% не поленятся зарабатывать на подобной теме. Прикольно. Мы тоже продаем эти лампочки, короче, пробовали разные. Чтобы быть конкурентоспособным с этими лампочками, нужно обращать внимание на упаковку. Одна, вторая, третья, четвертая. Они вроде как одинаковые, но они компактно запаковываются, короче, в такую упаковку. А есть лампочки точно такие же, такого же размера, только они, короче, запаковываются вот в такую коробку. И получается, короче, доставка 30-40 центов, а есть, короче, вот так упаковывают эти лампочки, что тебе доставка будет стоить там 3-4 доллара. Нужно обращать внимание также, как упаковывают китайцы. А китайцы, я об этом не думаю, это они просто делают себе лампочки, по Китаю как-то продают, но они не думают, что эти лампочки там едут по всему миру, и на доставке там сверху нормально накидывается денег. Умные котики пошли. Будь котом. Що ви сказали? Будь котом. А. Це перше слово з двох для реакції. Друге слово – це... Я люблю тебе. Короче, у нее в глазах, там, типа, когда говоришь «I love you», сердечки появляются, там, и разные рисунки, когда коммуницируешь. И когда гладишь, оно, типа, как бы, там, туловищем вращает, типа, приятно. $189 стоит такой код. А яка оптова ціна? $139. Окей. Okay. Если 50 штук покупаешь, $139 стоит такой код. Думаю, еще годик, и они будут стоить долларов по 20, наверное, по 30. Что думаете, пацаны? А це що таке? Ця штука називається «Моє тіло» з двома роботизованими руками на підставці. Він на відкритому програмному коді. Ви можете під'єднати до комп'ютера та запрограмувати його на що завгодно, щоб контролювати ці руки. Ці руки подібні до справжніх рук, тому ви можете реалізувати всі свої креативні ідеї. Добре, я зрозумів, яка його ціна. Ну, це приблизно більше $1000. Окей, $1000, окей. А яка ціна цього кота? А оцей коштує $1200. $1200? $1200. Робокіт. Китайские роботы пошли. То есть такой, типа, уже умный кот. Не супер умный кот, тот, который у нас дома живет. Ну а так, приближенно. Как подарок для детей, вообще, мне кажется, супер. А еще... Для тех родителей, которые понимают, что ребенку кот может понадобиться всего на неделю или на две, это тоже окей. Типа затестить, как шеринг пауэрбанков, затестить, там, типа лучше зайти к кому-то с десяткой, чем самому начинать, а потом не знать, что с этим делать. Вот то же самое и с котами. Может лучше купить такого, погладить его, а потом положить его где-то в гараже и пусть лежит себе. А живого-то в гараж не положишь, уже придется его кормить и убирать за ним каждый день. Сейчас хотел бы с вами вот о чем поговорить. Людям очень важно понимать, как работает бизнес, а те, кто не понимают, этому важно учиться, да, потому что вот за последний месяц мои видео посмотрели больше 3 миллионов человек о бизнесе с Китаем. Одно из видео там популярных, которое было, я показывал вам Powerbank, который в Китае стоит $10, а Apple его продает по $100. Я вам показываю возможности. То есть и в Китае так на каждом стенде. Меня мотивирует то, что меня смотрят люди, мотивируются и начинают зарабатывать деньги для себя, для своей семьи. И это очень круто. Друзья, но не нужно у меня просить, чтобы я вам один пауэрбанк продал за $10. Я не занимаюсь продажей пауэрбанков. Учитесь в жизни, вот бизнесу в том числе. И если вы хотите учиться бизнесу с Китаем,
Я еще 5 лет назад сделал платформу, которая обучает бизнесу с Китаем. Я не буду рассказывать о ней детальнее, вы можете внизу по ссылке посмотреть мою обучающую платформу, которую вы можете смотреть любое время суток. У меня есть мое персональное менторство, это для тех людей, которые хотят со мной персонально поработать. Там 2-3 человека раз в полгода, чтобы быть у них ментором. И вы можете оставить заявку, предзапись, вот мое менторство, и, возможно, именно вы станете тем человеком, у которого я буду ментором, менеджеры с вами свяжутся, пообщаются. Поэтому оставляйте заявки в менторство, увидимся с вами на просторах бизнеса с Китаем. Желаю каждому из вас, чтобы у вас был успешный, прибыльный бизнес. Кайшиба! Привіт, що це таке? Це розумна ковирячка для вух з камерою. Пристрій має Wi-Fi, щоб підключитися до вашого телефону та керувати процесом. І яка ціна? $10. Смотрите, 10 баксов, уши чистить, вот такая штука, короче, можно смотреть через приложение, короче, смотреть, что у тебя в ухе, прикиньте, 10 баксов. По-моему, адекватно. Ребят, какие идеи? Напишите в комментариях. Как можно еще использовать, что смотреть этой штукой? Даст мне его в подарунок. И мы додамо ваш контакт в репортаж. Контакт, веб-сайт. Звісно. Окей. Велике вам спасибі. Добре, вам також дякую. Не потрачене, значит, заработане. $10. То есть ковырялка для ушей тоже прикольная такая штука, которую вот заметил на выставке. Мне кажется, что имеет право на жизнь. Здесь есть подсветка, у нее есть апка. Вставляешь в ухо поковыряться там, и у тебя видно, что там, что у тебя в ухе на телефоне. Ну, прикольная штука, мне кажется. И вот таких вот всяких смарт-вещей там для тела, для здоровья, их тоже все больше, потому что там здоровье, красота, это то, что там будет актуально, наверное, вечно, да. Ну что, здорово, пацаны. Смотрите, как омолодился. Вот, ничего себе. Единственное, что нужно в этих вечных темах, постоянно поддерживать тренд, да, потому что там продукты меняются, то есть выпускаются более качественные товары, более там с лучшими характеристиками, ну и так далее. Одна из вечных тем, например, в которой я работаю, это игрушки. Товары для детей – это тема вечная. Сделать приятное ребенку, просто приходишь там в гости, это просто как здрасте подарить подарок, да, то есть это уровень нормы. Ты зробив мене щасливим. Дідько, який чудовий день, чувак. Ребята, а ми вас зробимо хеппі или нет? Так, кумарец, что сложно сделать Wi-Fi нормальный? Ну, сейчас рекламу нужно смотреть, вот эту Wi-Fi-овскую. Ну, типа, вы с каждого стенда берете 5-10 тысяч долларов, блин. У вас по 5 тысяч стендов выставляется, по 3 тысячи стендов. Не знаю, сколько здесь, значит, эти 10. Ну, неужели сложно сделать нормальный Wi-Fi для посетителей? Смотри, сколько вопросов. Я должен сейчас на это все отвечать, ну, типа, тратить кучу времени, чтобы подключиться к Wi-Fi. Визитор. Ребята, смотрите, какая машинка. Интересно, какую функцию она выполняет? Есть догадки, как бы, какую функцию? За пацанами присматривает, чтобы хорошо себя вели. Что это коробка делает? Для патрулирования, для безопасности. Також, якщо сильний буревій чи вітер, цей робот залишається статичним, може бути опорою для пішоходів. Також має 3 монітори для реклами та оголошень. Ще є камери зверху, які можуть відстежувати обличчя та визначати поведінку та рухи, якщо відбувається щось дивне. Також має пожежний тепловізор ось тут. Він визначає полум'я та передає інформацію нагору. Типу, опа, тут щось горить, потрібна допомога шкіряних організмів. Це може бути автомобіль або задимлення в ліфті. Тобто він може сигналізувати про небезпеку. Це для доріг чи для торгових центрів. Здебільшого це для відкритих громадських просторів. Чи можемо ми повісити на нього кулемет? Не тут, не зараз. Не зараз. Це можливо, це цілком можливо, але не сьогодні. Можливо, завтра? Так, так, можливо, завтра. Ребят, як думаєте, для чого ця дверь? Можна присісти і наблюдати, як ця машина, короче, їде і всім робить замечання. Або щоб під'їхати і поканути тебе сюди і відвезти куди треба. Напишіть в коментарях. 90 тысяч долларов стоит такая машинка. По-моему, классно бы зашла во всех странах мира такая штука. Еще очень понравилось, зацепило, это солнечная панель на жалюзях. Прикольно реально придумали. Красиво выглядит и добавляет дополнительной энергии. Кстати, подобные жалюзи я видел, что продавали лет
там 7 или 10 назад в Украине, кстати. Не знаю, какая судьба сейчас этих жалюзей, может быть, кто-то знает. Вот напишите в комментариях, друзья. Вообще, в целом, зеленая энергия набирает оборотов, и дальше по-любому будет набирать оборотов. То есть это добыча зеленой энергии, и это сохранение зеленой энергии. Друзья, в следующей серии будет еще интереснее, так что подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, и ждите следующего выпуска, он уже будет буквально через несколько дней.